Всем привет, всех приветствую на моем канале. В этом видео хочу вам рассказать, как сделать кнопку WhatsApp на своем инстаграме, чтобы к вам люди нажимали на контакты и могли нажать, видите, здесь нету кнопки WhatsApp, написать на WhatsApp. Кому интересно, смотрите до конца, расскажу все подробно. Итак, заходим редактировать профиль. Здесь нажимаем способ связи. И здесь нажимаем номер телефона WhatsApp, как вы видите, да, четвертая строчка, нажимаем. Здесь добавляем номер, пишем свой номер. Написали, нажимаем в пустое место, чтобы у нас пропала клавиатура, и отправляем код. Код у нас должен прийти на WhatsApp. Ждем код, он должен прийти. Сейчас зайду в WhatsApp и введу сюда. Все, ввели код, у нас появилась, видите, кнопочка WhatsApp. Выходим назад и нажимаем «Готово». Теперь нажимаем на контакты, видите, у нас появилась кнопочка WhatsApp. Также можно редактировать профиль и нажать здесь «Способ связи», использование этой информации. «Начать». Вот, ну, здесь можно не делать этого, в принципе, я вам все показал, как это сделать. Также можно добавить адрес компании, вот, чтобы было доступно, да. Что здесь еще можно? Кнопка действий, также можно кнопочку выбрать, забронировать, зарезервировать, да, вот, но это кому нужно. Это тоже отдельная тема, сейчас я про нее не буду вам рассказывать. На этом все, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть дальнейшие видео. Всем спасибо, всем пока.